Хочу рассказать, как приготовить говядину по-азербайджански. Блюдо очень пикантное, вкусное, но при всем этом и простое в приготовлении. Вообще, сочетание на редкость удачное, сочное мясо и огурцы. Такое сытное и вкусное блюдо, как говядина по-азербайджански в домашних условиях, делается легко и просто. Конечно же, название классического рецепта говядины по-азербайджански этот рецепт не претендует, но все же, настоятельно вам рекомендую приготовить именно его. Очень сытное, но при этом пикантное блюдо получается. Да и готовить, в общем-то, просто, больше часа готовка у вас не отнимет. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Говядину обжарим на растительном масле до аппетитной корочки. 2. Добавим томатную пасту, муку и бульон, доводим до кипения и уменьшаем огонь. 3. Добавим огурцы, чеснок и обжаренный лук. 4. Теперь добавим картофель, нарезанный тонкими брусочками, а также измельченные помидоры и зелень, солим, перчим по вкусу, ждем готовности картофеля. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. 5. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Говядина 1 кг, масло растительное 100 грамм, лук 250 грамм, огурцы соленые 300 грамм, картофель 800 грамм, помидоры 300 грамм, томатная паста 1,5 столовые ложки, мюка 1 столовая ложка, чеснок 4 зубчика, вода 1 стакан или бульон, специи по вкусу, количество порций 5-6. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пока-пока!